Так, сюрприз для Аллы. Дэнни привез. Мне помогает. Ой. Алла Борисовна. Да. Давайте еще. Давай. Вот нам Гарик помог. Портрет. Да. Это постер, да? Да, это постер из старого ретро-журнала. Держите салатан. Какой модный пиджак. Какой модный галстучек. Да. Класс. Давайте сейчас. Давай помогу. Давай помогу. Подожди, давай поставлю. Галстучки. Теперь еще смотрите. По тем временам, так, кстати, еще двойной, крутая фотография была. Да. Может так, как портрет, ага. Можно посмотреть сзади. Житие. Да, тут еще. Житие-бытие. А ведь смотри, какая модная. Да. Ох ты же. Графический дизайн какой модный. Такой, у меня были самые авангардные все. Мама, это ты вчера снималась? Позавчера. Позавчера. Здесь интервью. Класс, спасибо, Дэнни, здорово. И ты оформил в такой вот, чтобы с двух сторон можно было посмотреть. Да, можно либо на мольберт поставить, либо просто поставить. Нет, именно она должна стоять у стеночки. Только перевернула тут еще больше. Да. Класс, спасибо. Ура! Давай, как надо. Ага, вот, не порвешь так. Ну вот, видишь, и упаковка пригодилась, да. Дэнни. Спасибо. И игрушка, и архивчик. Класс, спасибо. Дэнни, можно я сейчас в игровую там? Можно в игровую. Куда мне его поставить? Сейчас определим. Подожди. Поставить это надо. Давай пока поставь вот сюда. Тут даже если, Гарик, смотри, знаешь, вот эта штучка нужно почитать. Поставь потом, вот сюда поставь, я потом... Нет, где-то здесь надпись, это стоило, вот там, 3 копейки. А 2 рубля 50 копеек. Ну, это прилично по тем временам. Да. Представляешь, это плакат стоил 2 рубля 50 копеек. Ну, журнал стоил, скорее всего. Поставь пока, Саша, чтобы я его никто не разбил, я потом... Повешу, буду каждое утро на него смотреть. Мне кажется, лучше вот прямо вот сюда, чтобы было мягко. Ну, вот она просто вот стоит, а я ее повешу к себе. Ура! 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 Ты еще снимаешь? Да. Ура! Все заснял. Живем дальше. Прекрасно.